Значит, в соответствии с поручением губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева была проведена нахождение всех экстренных служб и профильных учреждений в режиме повышенной готовности. Собственно, эта работа управления обеспечения безопасности проведена. Значит, в связи с потенциально возможными погодными условиями, в данный момент это положительная температура местами по области, значит, выпадение осадков, возможно, налипание мокрого снега на линии электропередач, деревья, которые, в свою очередь, могут привести к обрывам, собственно, линии электропередач. Вот. Это обратиться к жителям Саратовской области со стороны правительства, проявить повышенную внимательность, по возможности избегать дальних поездок, вот, по возможности. Значит, обращать внимание на то, что, допустим, транспортное средство должно находиться в исправном состоянии при, значит, обнаружении, значит, каких-то проблемных моментов на участках дороги, не забывать о том, что функционирует единый телефон экстренных служб 112, можно докладывать, информацию передавать операторам службы 112, подчеркиваю, эту информацию в режиме фактически онлайн будет незамедлительно передана всем профильным организациям, которые обслуживают тот или иной участок дороги. Также в связи с погодными условиями возможно образование тумана. Это будет приводить к снижению видимости на дорогах и повышению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Тоже постараться в связи с такой вероятностью по возможности избегать дальних поездок, вот, и поездок в места, которые традиционно подвержены данному погодному явлению, да, на территории Саратовской области. Это Кумысная поляна, на территории там, района, это вот южное направление. Значит, все службы приведены в режим повышенной готовности. Такая проверка проведена. Это и экстренные службы, и противопожарные службы субъекта, и службы спасения, и службы жилищно-коммунального сферы, дорожного хозяйства. Данная информация доведена до муниципальных районов. Значит, и работа в этом вопросе проведена. Значит, по имеющейся информации со второй половины пятницы, ближе к вечернему времени, ожидается на территории субъекта резкое похолодание. Местами температурный фон опустится до температуры ниже 18 градусов. В связи с этим возникают другие потенциально опасные ситуации, которые могут привести к непредвиденным обстоятельствам. Собственно, вот так.